Привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девочки, сегодня я пришла в корпуса 1D24, Москва, 14-й километр МКАДа, город Москва, Садовод рынок. Девочки, показываю визитку, и опт, и розница работают. Поэтому по опту звоните вот на этот номер, по рознице звоним вот на этот, пишем на WhatsApp. Девчонки, у Ольги сейчас пришел груз, поэтому я бегом-бегом к Оле. Доброе утро, Оль. Да, доброе утро. Доброе утро, Олечка. Девочки, в предыдущих рассылках я вам обещала новую партию товара, нового поставщика. Это первый раз пришел от этого поставщика товар. На пробу, очень, да, взяла? Ну, на пробу, но в большом ассортименте. На пробу, но в большом ассортименте. Очень хорошие модели в больших размерах. Это именно ориентировано на большой размер. Вот. Есть серии, в которых там до 54-56, а есть которые серии до 60-го русского. До 62-го, 64-го. Вот такие вот серии. В какую цену такая красота? Это кардиган-платье. Кардиган-платье. Сейчас скажу. Получается где-то около 8. Вот так, 8. Но они оптовый ценник у них не дешевый, они оптом не дешево. В розницу это 8. Так, давай вот этот кардиганчик. Плащи, плащ-кардиган, джинса. В больших тоже размерах от 52, и получается 52, 54, 56, 58. Здесь 4 штучки. Капюшон, 4, да? Нет, вру, 6. То есть до 62-го будет. А они в до 62-го. Это где-то 10-12, вот так, девоньки. Просто есть разные два варианта. Есть с жемчугами, есть без жемчуга. Вот такие цены. Так, вот. Давай вот это вот. Вот такое платье-кардиган. Вот такое вот. Тоже 8. Тоже 8. Очень хорошая модель. Его можно как... Плащик можно просто как кардиганчик. То есть вниз одеваете что-то в расстегнутом виде, в застегнутом. Давай вот эту покажем. Вот такая с сумочкой, посмотрите. Здесь пристегнута вот так сумочка. Ее можно пристегивать. Она вот на таких замочках здесь. Можно и в какую цену они? Но можно отстегивать. Вот эта модель получится где-то 10. Вот так. Это розничные ценники, будут 10. Вот такая вот модель. Дальше. Так, давай следующую вот модель. Вот красивая очень модель, хорошая, бесподобная, девочки. Очень красиво смотрится. Здесь такая как сжаточка ткань. Угу. Вот как сжатка ткань. Размеры? Размеры получаются 3 штуки вот в размерном ряду от 50-го. Полный 50-й, а не полномерный. 50, 52, 54. Но я говорю, поскольку они полномерные, то 54-56 можно. Вот так. И цена сколько вот его? Вот модель. Здесь получается 7 тысяч. Вот эта модель. 7. Она так, давай вот этот немножко. Красивый. Да. Вот как раз таки. Вот видите, второй вариант. Вот с жемчугами был плащик. А это более вот, классический. Да, это более классический. Здесь сбоку очень красивый. Видите, у них вот так вот ступенечка такая. И вот так отделочка. Очень красиво тоже смотрится. Тоже. Эти получаются 10. Ага. Давай вот этот пыльничек, плащ-пыльник, да, покажем. Вот это очень красиво, да, мне тоже очень нравится. В одетом виде, девочки, шикарно смотрится. Шикарно смотрится. Вот эти ткани, они сейчас очень модные, очень востребуемые. Очень красиво садится, не мнется ничего. Видите, какая модель? И здесь они сбоку, видите, вот с такими утяжечками, капюшон здесь. А их цена сколько? Молния сквозная. А у этого тоже 10 цена розничная. Ага, получается. Давай дальше. Новинки, новинки, новинки. Да, вот эта модель. Это как платье кардиган. То есть вы можете это одеть и как платье. Молния здесь полностью сквозная. Его можно одеть и как платье, и как кардиганчик. С красивыми брюками кожаными, с яркой футболкой. Они в разных цветах. А, смотрите, вот желтый вижу, красный. Да. Вот. Черная с зеленым, черная с желтым и черная с красным. Тоже очень красивая модель. А цена сколько? Очень хорошо смотрится. Цена у них получается 8. Угу. Так, пойдем так. Дальше. Посмотрите, пожалуйста, еще вот такой вариант. Яркий, насыщенный. Посмотрите, можно вытащить, красота. Чтобы посмотреть, да, поближе? Можно. Ага. Давай. Конечно, можно. Красивый. Очень девочки. Красивая модель, очень хорошо смотрится.
мы их одевали, в свою рассылку кидали, бесподобно. Все модели, все как одна, все, какую бы мы ни одели, бесподобно сидят. За это даем гарантию. Качество тканей хорошее. Ну, в общем, вы тоже уже многие знаете нас. Что попало, мы не предлагаем. Тоже она в какую 8, цену? Тоже 8. 8, да? Да, очень хорошо. Так, давай модель. Вот этот покажем модельку тоже. Я бы ее заплатка назвала бы. Заплатка? Ну да. Потому может, что... это заплатка. Мы себе быстренько тоже все это оставили. И Галя моя, и я, мы себе тоже. Потому что очень красивая модель. Очень хороший состав ткани. Очень хороший. Здесь вот так боковые кармашки. Ну ты любишь такие, я знаю. Ну это мои, да, фасоны. Мои, Галины. Вот, впереди разрезик идет, и сзади, смотрите, как красиво оформлено. Ага. Видите, какая хорошая модель. Тут сзади карманы, в разрезе вот такие вставочки. Очень красивая модель. А тоже сколько? Розничный ценник 8 где-то. Ага. По платьям почти у всех моделей получилось примерно 8. Так, давай вот это. Вот это еще очень красиво. Очень красиво. Вчера тоже мы мерили, одевались кроссовочками с красивыми. Очень хорошо смотрится. Она в двух расцветках. Бело с черным. Да, вот есть белая с черным. Размеры до 62. О, пышечек мои, смотрите, штук. Какие красивые. Да, здесь 6 штук в размерном ряду. 6. И начинается от 52-го. От 52-го и выше. Вот трикотаж, да? Считать. Да, трикотаж с плащевкой комбинированной. Да. А они в какую цену? Тоже получится 8 в розницу. Так, что еще новенького? 8-7. Девоньки милые, простите, товар новый. Я еще, может, какие-то модели где-то ошибаюсь. А вот там, это вот сколько? Тысяча. А вот эти подешевле. Эти будут 6500. И расцветки, а размеры? Расцветки желтая с черным, красная с черным. И черный однотонный. Вот так, три ага. цвета. Размеры тоже все большие. Начнутся с 52-го. С 52-го и выше. Здесь 4 штуки в размерном ряду. Так, брюки у нас, новинки есть что-нибудь? Да, по брюкам тоже много да? чего. Это, а может вот эту вот джинсовочку покажем? Да, это ж новинка. Новая, это новая. Да, бусинки. Это тоже вчера пришла. Очень крутая модель. Сколько она? Очень крутая модель. Почему? Здесь тоже получится она где-то 7-8 тысяч. Вот так, в розничную. А размер? Розничная цена. Размеры баталы до 62-го. Бусинки пробитые, ряду. Да? Да, пробитые. Они на клепочках. Они это да, да. нет, это все. Видите, вот изнутри вот. Вижу. Вот такие вот они. Вот здесь уже никуда ничего. Здесь они так. тоже очень хорошие. Так, ну что, пошли дальше. Что у вас? Брюки. Давай брючки. Супера. Только-только вытащили девочки с упаковки. Это видите? То, что мы сейчас да, разбираем еще. Вы уж нас простите, мы только вот груз получили, запаренные все. Значит, это супера до 62-го размера. До 62-го полномерные они. Здесь они со стрейчем, с хорошим. Здесь они, смотрите, манжет регулируется, то есть можно делать и полную длину, и 7 восьмых, как захотите. Ну, брюки также 3500, да? 3500, брюки угу. также. Девочки. Смотрите вот та эту модель, это моя любимая модель. Я с ней уже работала, с этой моделью, она была у меня. Сейчас просто пришла уже в более тонкой ткани, межсезонка, вот весна. Вот они тоже пришли и в синем, и в черном. И пришли они и в суперах до 62-го, и до 56-го. Так Лен, что? Дайте вот эту тоже сюда. Вот эта модель пришла тоже. Эта модель одна из лучших, одна из самых ходовых. Она работает круглый год. Она идет на круговой резинке, без вот этого, видите, вот здесь без молнии. Внизу небольшая такая отделочка у нее, и они будут до 62-го. Девоньки, почему я ударение именно делаю на том, что это супера до 62-го. Большие. Очень хорошие брюки. Вот, да. Эко кожу нам просто достали. Просто сейчас пришел ассортимент. Кармита. Да, это Кармита фабрика наша постоянная, которая работает. Посмотрите, вот, пожалуйста, это Кармита. Угу. Вот. Они, это тоже не новое, это мы получили сегодня повтор. Это то, что сейчас актуально. То, что сейчас заказывают клиенты, да, то, что люди просят и продают хорошо. В расцветках они в разных. Черные хаки, да? Давай. Черная хаки, да, и беж. Вот, это фисташковый, скорее мы его называем. Да, угу. Это сейчас уже. Вот такие вот. Угу. Очень хорошие тоже.
Так, а вот джинсовки, смотрю, вот здесь еще у тебя. Вот это новые же? Нет, эти нет, это не были? Новые, да, с этим мы работаем. Жилеты вот такие. Ну, давай их все равно покажем, может, кто не увидел. Удлиненные они идут, правильно? Ну, на кулисочке. Ну, на колено почти, да. Длина на кулиске и капюшон там. И капюшон. В какую цену они? Два цвета у них. Красный? 5000. Ага. 5. А размер самый большой? Самый большой 54 максимально. Они не очень большие. Ну, жилетки, да? Вот жилеты пришли. Вот эти жилеты. Костюм? Нет, это отдельно жилет джинса. Стеганая джинса. Мягкая такая, ну, не жесткая. Ну, очень хорошего качества. Да. Она такой цвет насыщенный, не белесые они. Очень красивые. У них есть вот отделка желтая и отделка вот такая бежевая. Сидят бесподобно. Сейчас самый большой размер. Они очень хорошие. Самый большой 54. Это Стелла фабрика. Это фабрика, с которой а по цене? Мы все время работаем. Розничная цена 5000. Так, ну давай вот эти джинсовочки. Сейчас же джинсовки все равно их как бы... Ну они были. Цену? Это ну, были, я рекламировала. Это просто уже... Кто-то может не увидеть. Если мы повторимся, да. Вот такие вот. Они были в двух расцветках. Был серый антрацит и синий. А теперь вот эти модели. Мы давно с ней работаем. Она как полупальто такое, до колена. На молнии. Они в какую цену? А у них тоже 5. Вот эти 6. Вот эти 5, вот эти 6. Угу. Так, что тут у меня еще? Вот смотрите, вот такая модель. Очень красивая, тоже очень хорошая. Угу. Вот. Так. Это было все. Это я просто сейчас... Так, девчонки, ну и, конечно же, как это без рубашек? Оль, у тебя там новинки, рубашки и повторы еще пришли, да? Сейчас нет, ты выгружала. Рубашки сегодня пришли все новые. Покажи нам новиночку. Они пришли новые, но у них, смотрите, это рубашка-туника скорее. Ага. Смотрите, какая красота. Сейчас я чуть ближе. Вот смотрите. Вот она вот так на кокеточке получается здесь. Я даже сказала бы, это больше туника. Видите, да, вот да, так. Да. Очень красиво. Сзади она вот так. Простите, что помята, но я говорю, только вытащили все это из коробок. Размеры идут до 56-го. До 56-го. А по цене сколько они? По цене, девочки, пока не знаю. Ну, так ориентировочно 3500. Мы еще даже считать не считали. Но 3500, судя по предыдущим партиям товара, рубашки в розницу 3500. А расцветки разные, ну, да? Я и хочу вам показать цвета. Хочу показать расцвет. Красивый. Да. Красный. Даже вот открою вам вот так. Угу. Вот они красные есть. Очень красивый, желтый. Расцветок море. Цветов много. Белый, да, сейчас есть? Сейчас покажу вам. Белые обязательно. Белые, кремовые, классические цвета. Обязательно должны. Под лосинки или вот у кого короткий рост, можно вообще да, на море одеть. Лосинки, вот эти. Посмотрите, будьте добры, можно, Тома? Да, конечно. Сейчас я вам покажу. Если вы помните, прошлый раз я вам рекламировала. Вот смотрите. Галифе есть, говорила. Вот такие лосинки. И вот к ним, допустим, к примеру, я говорю, вот такие вот тунички. Вот так вот. Очень красиво. Очень хорошо будет смотреться. И самое главное, что качество очень мягкое, хорошее. Ну, она хорошая, вы уже знаете. Эти, даже с камерой не могу за ними угнаться. Так, ну давай нам еще, какая модель там пришли у тебя. Так. Ну, вот это еще пришла модель тоже сегодня. И хочется вам быстрее показать, девочки. Да, посмотрите здесь, какой красивый рукав. Видите здесь рукав какой? Необычный. Не знаю, видно? Да, то? Конечно. Вот так, да? Здесь я еще раз прошу прощения за то, что помято. Но мы только, вот я говорю, только выгрузим. Смотрите, вот такой рисунок. И сзади, видите, она сзади тоже удлиненная. Сзади удлиненная. А впереди она покороче. Очень красивые рубашки. Очень хорошие. Качество ХБ-ка классное. Со стрейчем, кстати, они. Как бы моя Ольга Шик сказала, я была бы в ней как голи-голи. И расцветки тоже разные, да, Оль? Вот цвета моря. Вот, смотрите. Красные. Видите, как красиво смотрится. Розовое. Вот такое розовое. Кремовый цвет. Белый. Белый. Черный. Ну, как минимум 6 цветов. В этой модели смотрите, сколько расцветок. Моделей море очень много. Зеленый цвет вот есть тоже хороший. Так, что еще новенькое? Показывай мне новинки для девочек. Я даже уже сама запуталась, что у меня нового. Да море всего. Сейчас гляну еще одна. Девочки, рубашки. Еще раз смотрите, пожалуйста, еще одна модель.
Здесь вот такой интересный карман идет. Все здесь на таких вот утяжечках, видите, верхняя часть. Сбоку здесь вот эти утяжечки есть. И рисунок вот такой вот сзади. Очень красивая модель, очень красиво смотрится. Расцветок тоже много, это мы достали 3. Есть еще бежевые, есть еще черные. Здесь ручки у кого полные, да, вот влезут? Ну, реглан, как регланчик. Да, ну, конечно. Да, да, да. Нет, ну они вообще, вот эта фабрика отшила нам рубашки, блузоны, туники. Они все не маломерки. Все хорошие, все большие, полномерки. Самый большой какой размер? 56. 56. И здесь мы показали 3 цвета. Есть еще бежевые, есть еще черные, есть еще зеленые. Расцветок 6 цветов практически на каждую модель. 6 расцветок как минимум. Хорошо. 6 цветов. Еще хочу вам показать плащ-кардиган. Вот такая вот модель. Плащ-кардиган в больших размерах. В больших смысле здесь будет так. 4 на 54. Где-то как минимум 54. 54, 56, 58, 60. 3 штуки здесь в размерном ряду. Очень красиво смотрятся. Мы тоже их мерили, одевали, в рассылки в свои кидали. Посмотрите, пожалуйста, здесь она сбоку вот так отделана. Очень красивая модель. И по цене сколько она? По цене получается где-то у них выходит 10. Вот так. 10. Девочки, еще шикарная модель. Вот от этой новой фабрики вот такая вот модель. Тоже это как плащ-кардиган. Вот так. Просто есть платье кардиган, а есть плащ кардиган. То есть вы его можете, этот плащик, одевать как плащ и одевать его как кардиганчик в расстегнутом виде носить. Вот такая вот модель. Лово-лово. Да, очень красиво, очень хорошо смотрится. Какой отлично. Самый большой размер? Здесь получается где-то 54-56, это точно, да? А по цене сколько они? 56 они будут. Где-то получится 8. Вот так. Так, давай другую модельку. Да. Вот это посмотрите, пожалуйста. Вот это вот тоже плащ-кардиган. Шикарный. Он такой на подкладе, чуть поплотнее там подкладочка стоит. Но очень хорошая, яркая, насыщенная, красивая модель очень. Очень хорошая. Вот они. Также, да, размеры, Оль? Размеры также, да, здесь до 56-го. До 56-го где-то. От 50-го до 56-го. Тоже очень красивая, очень хорошая модель. И мы их уже и продали, в принципе. Я их вот только получила. Вот эта модель практически вся продана. Уже они сразу разошлись. Вот эта модель практически вся продана. Тоже сразу ушли. Очень хороший вариант. Так. Самая шикарная. Ну вот, наверное, еще вот эта вот. Она скорее как пыльник. Как плащ-пыльник. Вот так. Потому что она тоненькая, но очень хорошая. Газета. Вот газетка. Здесь у нее тоже и рукава отделаны. И здесь у них сбоку вот такие вот вставочки. Хорошо, сзади вам. Они, да, сзади они с разрезом. Я говорю, это скорее пыльник, девочки. Потому что он идет тоненький такой. Красиво, с кроссовками. А размеры? Очень хорошая. А размер? Ну, размер получится тоже где-то до 54-56. А от цена? 50-го. 48-50 и 54-56 он закончится. А по цене? По цене тоже где-то будет он 7, наверное. Вот так. Угу. Спасибо. Так, девочки, пришли повторы. Это повторы. Эко-кожа. Повтор. Размер, еще раз уточняю, 42-48 маркировка. До 54-го, но они полномерные. Полномерные брючки. 3500 цена розничная, вы все уже знаете наши да, цены. Брюки, да. Да. И к ним есть всякие разные, море всяких разных рубашек. Просто вот прикладываю вам, чтобы вы увидели. Всякие разные рубашки есть. Это просто всех, все в руки не возьмешь. Вот так, пожалуйста. Это сейчас модно, это сейчас очень актуально. Очень хороший у нас товар. Рубашки... Есть и желтые, пожалуйста, еще раз показываю. Желтый цвет, и зеленый цвет. Яркий такой, красивый. Зелень, сейчас покажу. Вот такая зелень еще есть. Посмотрите, вот такие расцветки. С эко-кожей очень красиво будет это все смотреться. Девочки, у меня в камеру увидели вот эти худи, да? Посмотрите. Оль, скажи, пожалуйста, а худи вот эти вот размеры и цена сколько? Слушайте, до 52-54 некоторые модели. Есть, не, вот, допустим, вот эта сторона,
Вот эта сторона, она здесь есть тоже и в больших, и поменьше. Но большие я имею в виду до 56-го, а поменьше я имею в виду до 50-го. Вот так. И в какую цену худи? 1500 любые. Девочки, 1500, пожалуйста. Это розница, 1500 любые. Любые. Так что, если кому интересует, и самый большой размер какой худи? Самый большой, ну вот эта сторона, которую ты показываешь, до 54-го. Так что, девочки, за 1500 покупаем брючки, и к ним за 1500, за 1500 эти худи, да, пожалуйста, да. Вон на до шнурочки. До 54-го, вот эта сторона, которую, Тамара, ты показываешь, она идет до 54-го. А это уже поменьше, а да, молодежка? А эти поменьше, да, эти поменьше. Ага. Но это бренды здесь, они вот такие вот, там ага. Guess, там эти Микки Маусы, там Off-White. Тоже 1500? Тоже 1500. Да. Так что, девочки, покупаем брюки и за 1500 себе любую худи вам отправят. Да, ради бога, конечно, приходите. Ну что, дорогие мои девочки, вот побывали сегодня на новинках у Оли. Оль, спасибо тебе огромное. Ну что там говорить, ты рассказываешь у меня очень хорошо. Многие даже пишут, хороший продавец хорошо рассказывает. Да, да. Поэтому, да, девчонки, кого интересует, пожалуйста, первая визитка, это у нас идет по опту. Второй номер по рознице. Пишите девчонкам, заказывайте и отправку сделают в любой город. Спасибо тебе еще раз, Оль, приходите, что ты радуешь новинками моих девочек. Приходите, что... буду рада, всегда рада вам. Ну а мы не говорим до свидания, до следующих новинок, да, потому что я знаю, что у тебя еще что-то там едет. Постоянно товар новый, постоянно приходите, буду рада. Поэтому следите за новинками, за видео и подписывайтесь на WhatsApp-группу к Ольге, где они скидывают рассылки. Ну а мы не говорим до свидания, до новых встреч и всех вас любим, ценим и берегите себя, не болейте. Приходите, пожалуйста.